Итак, картина маслом G20. Поехали. Как у нас на саммите G20, даже псаки ясно поняла, что режим антироссийских санкций с Бадуна Европа приняла. О, что режим антироссийских санкций с Бадуна Европа приняла. Спрашивали лидеры двадцатки, что в России кризис до таз. Отвечает Путин: все в порядке. Лучше расскажите, как у вас. Отвечает Путин: все в порядке. Лучше расскажите, как у вас. Меркель отвела глаза стыдливо. Побледнел Обама на глазах. Не дожирал, значит, быть бы живу. В Штат, да в Европу полный швах. Ах, не дожиру, значит, быть бы живу. В Штатах да Европах полный швах. И видно всей планете приотлично. Отличное зрение. С новостных и всяких прочих лент. Тот же G20 самый симпатичный. Кто тут самый главный президент? G20 самый симпатичный. Кто тут самый главный президент? А когда пришла пора прощаться, Путин всей двадцатки от души предложил еще раз повстречаться. Приезжайте в гости, малыши. Предложил еще раз повстречаться. Приезжайте в гости, малыши. Как у нас на саммите G20 ясно было даже кенгуре. Все в Австралии происходит. С кем не надо спорить и бодаться в этой политической игре. Не надо спорить и бодаться в этой политической игре.